Приветствую всех на канале King Customs. Итак, если у вас ZAS шанс, и у вас не работает четвертая скорость печки, и у вас вот именно вот такой вот блок, то, короче, сейчас покажу, что у вас сломалось. Если вы ищете предохранитель печки здесь, его здесь нет, идем дальше. Предохранитель, что меня больше всего убило, вот тут написано, смотрите. Вентилятор опаливача. Первая, вторая, третья скорости. Твари. Оно находится вот здесь. А вот чтобы найти предохранитель четвертой скорости, ищите сами. Нет, ладно, я вам его расскажу. Вам нужно разломать вот это говно. Разломать вот это говно. Потом вытащить вот эту штуку. Она вся вот тут вставлена. Вот так вот туда. Аккуратно ее вытащить. И вот это предохранитель четвертой скорости. Он находится отдельный, он, тварь, здесь находится. Далее. И проблема была не в этом. Также разобрать вот эту всю канитель. Вот это все на клипсах отстегивается. Аккуратно. Щелк. Без отверток, там зубил. Не повредить, чтобы здесь ничего. Потом отстегиваем вот эти конченые провода, которые натянуты там. Вообще ужас. Отстегиваем вот эти проклятые трубки. Ну, тросики. Далее. В чем заключается вся проблема? А вся проблема, мать его, вот в этом вот блоке. Аккуратно все отключаем, вытаскиваем сначала вот эту кнопочку, откручиваем саморезики и смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас плата, которую вырвало, и которая должна быть припаяна, сука, двумя контактами вон туда. Вот видите, один контакт и вон там, вон второй. Вон там внизу за пружинкой, вон, вот он. Эти дебилы додумались так, чтобы эта херня здесь была припаяна и притянута. Нельзя было сделать как-то на одной плате эту всю херню. Это вообще похоже на жиговский разъем от фар, от классики. Вот, в общем, сейчас все пропаиваем, собираем назад. И четвертая скорость у вас должна работать. Все, всем пока. Если было видео это полезно, подпишись, поставь лайк. Обязательно, да. И пока.